Хей, всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня с вами продолжаем дальше играть в Starbound. Да, сегодня у нас, друзья, гигантская серия, в которой мы пойдем на босса. А он к нам телепортировался, мы его убили фейерверками, да, и он что-то там, он мне трогает за спину, что ли, он что-то там ручки греет, вот. Сегодня мы пойдем на Смертокрыла, или Ужаснокрыла, короче, это Dreadwing, вот такой вот у нас, друзья, сегодня задание будет, получили мы его в предыдущей серии, да, привет, получили мы его у пингвинчика, вот, и я еще нашел вот такую вот шапочку, очень стильную, красивую, написали в комментариях, что лучше маска, которая закрывает наш рот, такая бандана, вот, но я нашел такую шляпку, она довольно-таки неплохая, такой, как Робин Гудиха, потому что играю за женский пол, и в этой серии мы отправимся на босс. Надеюсь, мы его убьем. Я не знаю, насколько там будет жестко. Мне спасибо за комментарий, за подсказочку, в личку. Спасибо, что помогли, рассказали, что да как. Вообще нужно огнестрел взять, так что я уже подготовился. Видите, у меня есть вот такое вот оружие. Ну, конечно, слабенько, но если зажать правую кнопку мышки, зажать, то есть вот таким вот подстволком будем стрелять. Также я возьму с собой несколько таких вот шприцов, которые дают и прыжок, и силу, и больше у нас будет энергия, она будет быстрее регенерироваться у нас, потом большие аптечки, банан, обернутый жареным беконом, который нам будет давать тоже какие-то дополнительные бафы, я уже про них не помню, но... Знаете, очень вкусно, наверное. Вот, также мы прокачали корабль. Это было в позапредыдущей серии. Как видите, вот эта вот ячейка у меня добавилась. Все было очень легко. И, как мне писали в комментариях, и в личку еще. Спасибо вам огромное большое, ребятки. Спасибо за помощь, за поддержку, за ваши лайки, за поддержку вашу. То, что мы сможем получить разрешение или карточку на улучшение корабля, когда пройдем этого босса. Это там тарелка какая-то будет гигантская. Вот, а не пингвин, как мне сказали. Как нашествие пингвинов, что-то такое будет. Надо убить нам эту тарелку будет. Потом мне дадут тогда чип, когда мы пройдем этого босса. С помощью этого чипа мне откроется доступ к 2 верстакам. Не помню их название. Это гигантские, сложно выучить эти гигантские названия. Очень непонятные. Просто стол. Нет, там какой-то более крутой стол, навороченный. Также у меня есть бомбочки, как видите, с собой их тоже беру. Пушка. Потом я взял кока-колу. Шоколадку, мид-балс еще с собой взял. И тоже она дает нам определенный баф. Вот мы сейчас скушаем нашу колу. И, как видите, это у нас утоление голода и энергии. Намного больше далось энергии. Также мы в предыдущей серии получили кораблик вот такой вот, то есть самолетик, когда мы выполнили квест с бумажками. И это все. То есть... Мне, кстати, еще висит квест вот здесь вот, каканаут. Мне нужно, короче, кокос получить. Мне писали вы тоже, что его нужно поймать, получить на планетах, там, где, короче, вода, там, где жарко, эти все пальмы растут. Короче, пройдем босса, постараемся туда потом пойти. Вот, тоже такой квест, и мы за это получим просто мяч. То есть... Серьезно? Ну ладно, это в принципе хоть что-то. Бомбочки меня закидаю, я не знаю, насколько это будет, конечно, действенно, но все-таки. Также у меня есть такая хрень. На самом деле хрень, потому что дамага какого-то и урона она не дает. То есть вы сами можете вот тут видеть, то есть она что-то там заражает какой-то радиацией, но она ничего толком не дает. И в принципе это все. Также у нас есть такой вот молот, но я сомневаюсь, что против летающей тарелки нам поможет. Также у меня есть, как видите, кристаллы, я их купил. Эрханиус кристалл и лаву. Ну, по сути, да, вот понятно, так у нас есть вода самая обыкновенная и жидкий эргий, который, собственно, топливом является нашего корабля, единственным и незаменимым топливом, которое, кстати, это топливо можно найти на планетах, отдаленных от Солнца, на, как так сказать, на островах, на астероидах, что-то такое. Так что мы туда тоже потом отправимся. Я все буду показывать, все буду рассказывать, потому что... Только для этого я снимаю эти серии, чтобы все рассказать, все показать и все очень детально, чтобы всем было все понятненько и удобно играть, и было все легко разбирать, понимаете. Так, что я еще хочу сделать в этой серии, тоже вам советую, не знаю, насколько сильно мне поможет в дальнейшем и в этой серии. Так, ну первым делом, конечно же, прокачаю апгрейд модуль, это уже не знаю какой по счету, но тоже вам покажу, чтобы потом не было вопросов, откуда, как, это что у тебя появилось, все показываю, все рассказываю, друзья. Чтобы потом не было опять-таки вопросов, почему это ты показываешь, зачем это, пока по 100 раз, то есть, вот, титаниум тоже сейчас возьму, я хочу кое-что интересненькое сделать, рефайнеры, наверное, не сделал, наверное, не успею, потому что у меня серия на другое заточена, но ничего, мы успеем, мы уложимся, серия у нас гигантские, как вы знаете, да, вот апгрейд модуль, 4 их нужно нам, вот, size 2, окей, это, в принципе, все, это вроде бы финал, вот, кстати, миссии, вот у нас, Dreadwing. И эту миссию мы уже прошли. Это был кристалл, это теперь пингвинчик у нас будет, пока тыкать я сюда не буду. Что я хочу сделать еще? Наверное, вот этих 3 я сделаю. Они, наверное, больше не нужны, но мне эти осколки, вот эти вот осколочки, metal, medul Company. Ну, в общем, вы поняли. Мой английский, вы знаете. Вот, мы, короче, его сделаем, потому что куда его еще девать? Даймондов у нас много. Тоже вроде как можно продать, но не особо охота мне продавать. Я хочу взять еще рефайнеры. Стилбар мне нужен. Это смесь железа и коппербар. Если не ошибаюсь, сильвер у меня тоже, кстати, уже есть стилбар. Вот у меня, кстати, есть. Это смесь Iron Bar и Copper Bar. Вот, то есть меди и железо. Ну, правильно все сказал. Так, здесь у нас должно отобразиться. Отобразиться. Кстати, еще писали то, что можно сделать оружие. А, мне нужен уголь. Мне еще писали то, что можно сделать будет оружие. Там на верстаках, на каких-то крутое оружие. Реально, можно будет его крафтить. Это очень здорово. Что-то по гуглю не нашел. Нашел большую цепь, которая состоит из большого количества верстаков. Собственно, этот босс, он как бы нужен нам. Мы должны его сегодня убить, по-любому, чтобы открыть эту цепь. И у нас были новые верстачки. Я смотрю, что-то по сундукам у меня нет никакого угля. Это плоховазненько, знаете. То есть, что-то... Там у меня же есть где-то уголь. Я вот стопудово перед носом, как всегда, его пропустил. А потом такой, где мой уголь? Где мой уголь? Не да. Вот сюда. Что-то там содовое. Да вы... А вот же уголь. Ну, я сказал, как всегда, друзья. Я просто невнимательный. Что-то тороплюсь, вечно спешу. Так, хочу все быстрее, все тщательно, точно рассказать. Стилбар. 15 из 20. Фак, мне еще не хватает, тем более. Так, возьмем. И возьмем тоже сюда. Кстати, эти кристаллы, не знаю, на что они нужны. Кстати, жалко, что это не террария. То есть нет такой тут фичи, то, что можно взять, положить, как вот у нашего гида в Википедии. И мы можем посмотреть, что там, короче, происходит и что с чем соединяется. Это, конечно, большой минус. Ну да и ладно. Вот, стилбар. То есть это добавление айрон и коппер. Ну, в принципе, вы знали это уже. О, господи, нет, так много делать не хочу. Спасибо. Я сделал, наверное, ну, вот столько, я думаю, мне хватит. Это очиститель. Так, сейчас давайте... Нет. Мне нужна наковальня. Да, кстати, новое оружие могу сделать. Я слетал на планету, на какую-то экзотическую планету. Нет, это был не Таиланд. Вот. И нашел вот... вот эту, короче, хрень, которой у меня нету. И мы можем... То есть она открылась. И мы можем взять такую пушку, которая пробивает защиту 2. И вот, собственно, видите все ее статки. Так, ладно, всякие топоры мне тоже не нужны. Ну, в принципе, да, шлемы, это все делали уже. Да, хочу сделать вот такие вот железные копии, которые дают очень хороший урон. Я хочу их сделать как можно больше, но сначала сделаю... первоначально то, что я и затевалась. Что и затевалась у меня? Да нет, этот верстак не нужен. Честно говоря, вообще не туда. Так, быстренько делаем и отправляемся. Да, один мне, пожалуйста, дайте. Я давно его хотел уже сделать, но все никак не делал. Кстати, подскажите, пожалуйста, эти штуки, которые горят зеленым, это так и нормально? Или мы должны это сделать, чтобы это пропало? Потому что, как вроде по заданиям оно горело, что вы должны сделать, или оно так и будет всегда гореть? То есть, что это какие-то незаменимые новые вещи, которые вы обязаны должны сделать. Ну ладно. В принципе, с этим проехали. Я не знаю, куда мне ставить теперь эту шнягу. Вот, она, кстати, у нас уже есть. Ой, fucking shit. Что-то я тебя убрал. Так, мне нужно куда-то тебя вот сюда засунуть. Вот, замечательно, под флагом. Тут у меня, видите, торговая лавка, подрабатываю. Откуда мне вот эти вот пиксели, как вы думаете, подрабатываю? Так, давайте возьмем сейчас... Немножечко стилбар, кладем сюда, переделаем, и у нас будут пиксели. Да, я не ошибся, все правильно написали. То есть, если у вас очень много не нужно и вам руды бесполезны, то вы просто берете вот так вот, например, коппер, да, хотя не знаю, на что мне еще нужен. Кидаете сюда, потом, не знаю, что-то еще можно. Ну, наверное, дерево. Оно вот, все. И он у нас очищается, у нас деньги появляются. Это очень-очень здорово. Даймонды тоже можно переплавить. Не знаю, как насчет этого мусора, но, видите, он пишется нулевым. То есть денег у него, видите, 0. Так что это по деньгам не считается никак абсолютно. А это у нас уже будет, если весь стак мы переплавим этот, ну не стак, а сколько у нас, 280 штук, то мы получим 11200 пикселей. Я думаю, это очень хорошо. За даймонды мы еще получим 10 тысяч, то есть это тоже очень хорошо. А за... Тэч-драйв мы ничего не получим. То есть это, конечно, обидненько. Здесь мы получаем денежки, но, конечно, когда мы умираем, они вроде дропаются, или их снижается немножко меньше, становится немножко меньше. Это, конечно, плохо. Ладно, проехали, все, поболтали, там мы слишком долго на этом задерживаемся. Серия про босса, передвигаемся к боссу, внимание уделяем теперь боссику нашему. Это все дропнем сюда, чтобы не мешало. Так, это нам тоже не надо. По поводу кирки, наверное, все. Но это весь максимум, который мы могли выкачать. Да, давайте посмотрим. У нас, кстати, доступны новые апгрейды и улучшения. Что я выложил? Сейчас давайте уже прокачаем, потому что у нас есть эти вещи. Почему бы и не вложить сюда остатки этих чипов. Открыли. Фоллбол. Окей, дальше что у нас идет? Это тоже новое. Rocket Jump. Я выбираю тебя. Проверим, кстати, как это дело работает. Это у нас защита, чтобы мы дышать смогли, они задыхались. Это у нас такая вот защита очень хорошая на планете, там, где нет кислорода, воздуха, как она нам поможет. Ну, как мне писали в комментарии, я немножко про нее прочитал. Так, нажмете F. Ну это я знаю. Смотрите, F нажимаем, и мы в таком шарике. Оп. То есть он как более прудий станет, более сильный. То есть когда мы падаем с большой высоты, нажимаем F, и мы как баскетбольный мяч отскакиваем, показывал уже в предыдущих сериях. Ладно, на этом тоже зацикливаться не будем. Так, на этом, кажется, все. Нет. Хочу сделать копья, потому что я чем-то же должен обороняться. Для этого нужно взять то самое железо, которое я хотел дропнуть. Титаниум нам тоже не нужен пока что. Но я его сейчас возьму. Ничего из нового оружия больше у нас нет, кроме вот этой штуки. Не знаю, как она по скорости, но... Потом сделаем как-то в следующей серии. Я, кстати, эти штучки, вот эти вот, которые нам нужны, вот эти вот вторые, да, которых ноль мне, я их продал вроде. Так, можно сделать топорик, который у нас непонятно сколько. Ну, топор недалеко летит, вот копья лучше. Наверное, я хочу сделать себе... Давайте сделаем тогда так. Сейчас отмотаем сюда и сделаем... Ну, это, наверное, слишком будет много, но... Если что, железо найду, 260 я сделаю, это будет вообще в самый раз, потому что корабль будет летать, плюс там еще дополнительные мобы. Я хочу все-таки затащить этот уровень, убить, потому что у меня других попыток, шансов нет. Даже, наверное, сделаю по максимуму. И на других планетах тоже очень жестко становится с обычным оружием, вот с таким бегать, которое у меня, видите, у меня экипировка очень слабая. То мне придется делать максимум и отбиваться там от них орудий. Нас, как говорил Starbound, очень щедро вознаграждает за то, что мы шахтимся. Шахтемся. Занимаемся, короче, шахтерством. В принципе, на этом все. Бомбочки у меня есть, факела мне не нужны. Наверное, будут все-таки не нужны. У меня есть большие. Я их буду сюда вот так вот раз. И на эти буду брать. Это, в принципе, все. Бомбы, я не думаю, что не понадобится, но все-таки возьму. Факела. Я не думаю, что мы будем в темноте. В общем, я сейчас положу как можно ближе и удобнее, чтобы нам все это было. Сода у нас есть. В принципе, все. Шприцы я возьму. Эти тоже я взял. И будем постепенно, короче, стараться выживать и держаться. В принципе, на этом все. А то я слишком надолго затянул начало. Там нас переплавляется. Жалко, что денежки дропать нельзя. То есть снимать их нельзя. Вот 1000 уже мы малонеток получили. Вот аптечки я взял 50... Там у меня было 62, 63, но я их потратил, я ими пользовался. Так что ладно, все, начинаю. Я волнуюсь, я жутко волнуюсь, переживаю по поводу этого боя. Я, фух, очень-очень волнуюсь. Побольше возьмем этих шприцов на всякий случай. Жаль, тут нет одной кнопки на все бафы. Ну ладно, кстати, мне... Да, последнее. Спасибо огромное, большущее вам за то, что вы меня писали в комментариях, что да, в Старбаунте есть крюкошка. Она крафтится, она делается, и она есть. Я безумно этому рад, и мы к ней будем скоро приближаться. Ладно, теперь... Идем на наше задание. Здесь у нас больше ничего нет. Оно это понятненько. Ну что, друзья, удачи. Поехали, погнали. Поддержите меня, чтобы я убил вас с первого раза. Я очень переживаю, очень волнуюсь. Так, мы на точке. Мы высадились. Мы, да, очень ледяная планета. Она после апдейта. Очень крутая. Очень такая прямо вообще прямо изи-бризи, найси. Это пингвины? Ой, они что-то больно жесткие, ребят. Это пингвины с калашниковыми. Я узнаю этот автомат. Это реально пингвины с автоматами калашника. Господи, кровопролитная бойня сейчас, я чувствую, тут начнется. Кто послал сюда этих милых созданий? Да, собственно, они получают неплохой от меня еще дамаг. Вот, нужно как-то продвигаться, получается, вперед. Странно, эти штуки пока не убиваются. Видимо, как-то так и надо. Мне писали, что нужно стоять вот в таких вот местах, чтобы мы получали, ну... Короче, небольшой урон такой. Вот. Ой! Вот, да. Я еще забыл про щиток, кстати. Да, это калашников у нас. Так, у нас тут закрыто, бежать некуда, как мне еще говорили. Да, такая штука тоже у нас будет происходить. Нужно, короче, как-то перемещаться вправо и стараться уцелеть. Вот. Так, в принципе, пока... Так, не знаю, пока не сложно. Надо просто подготовиться так по-нормальному. Подготовка. Опачки. Да, самое главное, чтобы хватило нам этих штучек. Это самое главное. Опа, и все, ты умер. Так, еще есть, ребятки. Сказали, что когда... Да, вот, все, пацаны, все, пошел. Пошло. Пошло дело. Так. Ага, так, что-то он пропадает куда-то уже. Корабль, видимо, нужно идти правее. Так, быстренько убиваем. Я не знаю, насколько у меня получится. Мне говорили, типа, давай рекорд установи какой-то по убийству, что-то у тебя получится, мы в тебя верим. Спасибо большое, ребят, за поддержку, но я не очень такой уверенный в себе. Что такое? Так. Ой, господи, так. Так. И... Что? Что? Это все? Обалдеть, процессор. Да, господи, мы получили процессор. Это все? Ребята, это весь был босс, это вся сложность. Мне там говорили, типа, ой, кошмар, кстати, можно? Нет, кстати, радиус, да, очень большой стал радиус у нас, смотрите. И скорость добычи тоже намного быстрее стала. Но это, видимо, финал прокачек. Мы собираем части, пингвинчики. Это было жестко, у меня осталась куча стрел. Давайте попробуем просто дойти до правой стороны. Это все, друзья. То есть, это... Кто отправил пингвинов на эту убойню? Кстати, тоже вам будет совет. Я еще в начале, честно говоря, игры в террарию, в Starbound, прошу прощения. Очень красивые деревья, задний фон. Реально такой 8-битный, мне нравится. Очень-очень четненько. Что мне нравится, то что я сразу просек эту фишку, что небольшой дисбаланс с копьями. То, что копья дают очень хороший дамаг, особенно самые простые копья, они тоже очень дают хороший дамаг. Так что с этим очень-очень жестко тут. И мы копьями, как видели, быстро убили босса, или он реально такой легкий. Или если бы я его бил вот таким оружием, то есть вы посмотрите на его статистику, то есть как бы, то есть вы видите, шут, то есть, ну, очень-очень слабенькое оружие. И я еще бомбы. Я тут экипировался, как будто реально иду на какого-то, не знаю, прям... Очень крутого босса, кстати, да. Очень мне нравится то, что тут еще опускается эта штука вниз немножко. Видите, вот... Давайте сейчас покажу. Типа фитилек такой, видите, он только опускается вниз и бумкает. Вот так вот. Очень круто, мне это нравится. Очень здорово. Террария, классная игра. И по боссам не так сложно, как в других играх. И очень мне нравится. Очень классно тут все сделано. Это мне нравится. Это приятненько. Если бы можно было еще раз пройти данного босса, я бы его с большим удовольствием, друзья, прошел. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Мы добыли вот такие вот штучки. Мы добыли книжку, которую, кстати, можно будет, наверное, прочитать. Главное, так, бомбы давайте сразу я... Так, вот это мне не нравится, конечно, то, что тут так передергивается все быстро. Книгу можно ее тоже прочитать будет. Тут, конечно, все по-английски. И я не знаю, нужно нам... Я постараюсь потом почитать и рассказать вам вкратце. Кстати, у нас она забралась. То есть я ее прочитать уже не смогу. Спасибо, вы мне облегчили задание. Я люблю вас, Starbound. Спасибо большое. Так, смотрим, что тут у нас. Айсблок, ну это, видимо, ну ничего такого. То есть он не стоит ничего. Эти штуки, видимо, можем... обломки, короче, этого корабля. Обломки с корабля. В принципе, все, мы можем выполнять, то есть сдавать квест. У нас, по сути, все. Это как второй был босс. В себе вроде в игре 4-3. Классно, очень здорово. Игра обалденная, меня затянула, очень нравится, серьезно. Я бы, наверное, себе без роликов прошел бы, там залпом бы сидел бы, играл бы. Давайте посмотрим, что мы можем выплавить с этих штук. Да, подготовился я, конечно, как будто это босс какой-то там в террарии, там какой-то, блин, лунный лорд, что-то в этом духе, там жестко потеет надо, там не хватает жизни, не хватает пуль. Новые, кстати, у нас открылись. Вода плюс хлебушек можно сделать будет из кактуса, этот сок. Очень много всего, очень классно, но это не все применяется, конечно, в игре. Она применяется, но она не всегда нам полезна и нам нужно. Тут просто валом всего это все продать, и денег можно рубануть так нормально. Даже вот этот молот, например, можно продать. 150 этих стоит монеток, но это не особо много, но все-таки. Вот фаера мне нравится, то, что им просто можно так отбрать. Ну это ладно, в конце серии буду разбрасывать. Сейчас давайте мы на аванпост полетим, сдадим квест, друзья. Так что погнали! Аванпост какой-то, что-то не особо хочет нормально подгружаться. Ладно, давайте мы найдем нашего пингвинчика. Кому-то... Я даже упал. Так, процессор, хорошо. Отказываться ни от чего. Да, вот он! Стоямба! Пингвин, задание... Стой, он меня ручку жмет. Спасибо тебе большое, чувак! И сегодня мы даже, может, сделаем... Так сказать, сделаем мы этот... О, еще, чувак, задание. Мне нравится то, что задание тут... Так, 300 кэпс... Вау, это вот что-то пожестче. Так. Bring me. Океан Plains. А, все, понял, понял. Мне тоже говорили, что тебе на океане там нужно будет кое-что поискать интересненькое. Понял. Ну, наверное, все не в одной серии. Я время жалко не засек, как всегда. Играю, пока не надоест, и так чувствую, когда уже хватит. Так, кстати, что еще прочитал на Вики? То, что когда мы добываем данные вещи, например, как Это топливо жидкий эргий. Удивительно, что запомнил название. Вот. Жидкий эргий, когда мы добываем, то есть получаем, да, то у нас появляется он в этом вот магазинчике. Также и этот процессор. Давайте я вам покажу, где он. Да, вы увидели, вот это, собственно, процессор. Как ни странно, мы собираем не комп, супер-мега-комп какой-то там топовый, а просто стол. Крутой собираем себе. И давайте посмотрим, тут должен появиться чип, да, 1000 стоит он. Это нам штука понадобится для создания более нового стола крутого, но одного нам чипа хватит, не знаю, как насчет других, видимо, игра будет разрастаться очень сильно, очень жестко, ну и как бы она еще находится или в бете, или в альфе, короче, она еще не релизнулась, я представляю, что будет в релизе, насколько она будет гигантской и большой. Ладно, давайте быстренько тпшнемся назад и сделаем, наверное, столик. Попробуем сделать стол. Я помню крафт, я читал на вики, опять-таки. Попробуем сделать стол, и, наверное, на этом серии будем заканчивать, или в следующей серии уже начнем крафтить, собственно, стол. Хотя тогда будет серия маленькая. Давайте все-таки полетим на планету, сделаем другой класс, чтобы она не была маленькая серия. И в мои рамки входило около 30 минут, так что давайте на корабль, погнали! Быстренько полетим на планету. Да, по поводу планет. Тоже мне подсказали. Большущие, ребят. Еще огромное, говорю. Еще, говорю. Огромное спасибо за вашу поддержку, за вашу мотивацию снимать ролики, за ваши подсказоньки. В общем, мы должны... Смотрите, где мы сейчас находимся? Мы находимся на этой вот системе. Вот сейчас отдалю. Вот эта система. Кстати, можно полететь еще и подальше будет, но... Здесь уже и... Слушайте, а топливо тут скушает так немало. Тропики это у нас будут здесь. Ага, а это у нас... Так, high level. Окей, радиация, что? О, да, это будет жестко. Ладно. В общем, находимся мы здесь. Я так посмотрел, когда первый раз на карту. Ну, вы посмотрите, это же гигантские масштабы, объемы. Это же насколько... Эта игра будет круче, чем Skyrim, не знаю. Не знаю, по масштабам карта гигантская. То, что там обещали... В Skyrim карта будет гигантская, там Skyrim. Вот она, гигантский космос. Кстати, еще есть игра одна очень классная. Тоже про космос, но она не такая большая, не такая интересная, просто строить корабли. Ну, вы, наверное, вспомните, знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете эту игру. Вот, нам надо на эту, именно планету, здесь находятся эти кокосики, именно на океан нам нужно будет пролететь, потому что, ну, потому что так. То есть не тропики, не джунгли, а именно вот сюда. Вот. Но если, опять-таки, вы не ошибались, все-таки, я надеюсь, сам не ошибаюсь, то, что вас послушался. В общем, летим сюда, смотрим, что здесь у нас находится. Добываем кокос. Возможно, даже в этой серии мы сдадим квест и получим мяч. Просто мяч, бесполезный мяч, никому нафиг не нужен, но, по крайней мере, попробуем это сделать. Да, мы что-то хотим забрать, что-то у нас подарочки, постоянные подарочки нам он приносит. Как эти... Вау, 150 денег, это самый лучший подарок, чувак, дай я тебя обниму. Спасибо. Ну, у меня, конечно, не ДР, но спасибо большое тебе. А этот меч, он не очень... Он мне еще ручки так, типа, да, чувак, честь отдал. Вот, этот меч очень крутой, и по дамагу, как видите, он поджигает, но он что-то не особо сильный, вот, уже на более таких крутых новых планетах. Да, давайте дропнем все самое ценное, самое дорогое, потому что я потерять не хочу. Кстати, нашел чертежи, нашел давненько уже чертежики, сейчас тоже вам продемонстрирую. И вот они самые. Вот, собственно, на тех, этих можно будет новых столах делать новое оружие, новые вот такие вот вещи с чертежей. По поводу оружия не знаю, как находить надо оружие, крафтить оружие надо или получать задание, тоже, пожалуйста, напишите. Потому что я видел, мне скидывали там скрины люди, кто играет, там крутые такие оружия, такие прям маленькие, золотые, прям шотганы, там вообще мне очень понравилось. Вот, я не знаю, куда это все передропать, сейчас по-быстренькому, давайте, наверное, там у меня есть ячейка, сюда. Самое ценное, чтобы это все дело нам не профукать. И я люблю бомбочки. Мне осталось две. Я их сейчас тоже подропаем. Но, в принципе, все, полетели на планету вниз. Воу! Че такое? Че, разборки? Ой, тут бананы у вас растут, ребят. Я повзаимствую бананчиков. Тут несколько, да? Нормально все как бы. Че тут у вас? Че-то такое. Это титаниум тут у вас, да, как бы лежит, не? Че ты трехглазый это смотришь? Это нормальные? Я просто... Месье? Ну давай, дай-ка жарку. Смотрите, это мои новые японские друзья. Это что, васаби у тебя налеплено на стенку, что ли? Серьезно? Васаби. Вау. Да ты прям вон, я смотрю, прям... Что тебя? Вау. Смотрите, какая прям искусственный интеллект. Он такой заныкался, такая тактика. Так сразу вспоминаешь своих тиммейтов. Ладно, шутечки. Давайте я вам, друзья, тут освечу ваш храм. Вот такими вот сосисками радиоактивными. Вот, вот. Круто, да? Это эти палочки. Все, короче, гуляйте. Вот, собственно, наши кокоськи похожи на лицо. Посмотрите, это же лицо. И черепаска маленькая. Рубим, короче, кокосы. Сейчас будем, короче, пить молоко. Кстати, никогда в жизни из кокоса не пил молоко. Ведь молоко же, да, кокосовое молоко, вроде что там в кокосе находится. Если кто-то пил, пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень будет интересно, какое оно вообще. То есть, стоит ли оно того вообще интересненько. Вот. Но у нас ни в магазинах нигде такого нет. Хотя нет, наверное, есть в магазинах, но это не настоящее. А именно так вот разбил кокос и... Да, дома, кстати, видите, очень хорошие вылетают. Эти частицы, не знаю, зачем они нужны. Я не знаю, как они в крафте используются, ну да ладно. Что это такое? А, это сам кокос. Кстати, он метательный, мне сказали. Он метательный. И можно делать, короче... А! Я что-то упал. Тут у вас источник. И... Слушайте, видимо, им хорошо можно полбу зарядить, так сказать. А это что у нас такая стая? Ой, смотрите, мы какую-то хрень собрали. Это, видимо, тоже для... Это тут выращивается, походу, тушняга. Смотрите, бабушка накрученная в бигудях. Бабушка с бигудями. Ты куда, бабушка? Смотрите, сейчас мы его впустим вот так вот. О, вау, найс. Физика такая классная, она прям... Класс, 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 класс. А! 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 Ой, нет, ой, не надо. Чё он там шмалит, этот краб? Жесть, да? Что это за чудо? С глазами единорога. А что у меня не работает эта хрень? Фак, какие-то зеленые хрени. А двойной-то у меня пропал, у меня роки теперь что-то появилось. Как эта хрень будет работать у меня? Вот она. Так, up and jump from rocket boosted and winter out damage cast. Так, я думал, прыгать смогу. Ерунда какая-то. Сколько ему там этих кокосов надо нарубить? Нарубим сейчас побольше, да и себе тоже. И да, проверим, кстати, как оно работает пол. Мне нравится вот так вот даже чисто лазить по планетам. Если вам тоже это нравится, то пишите, пожалуйста, комментарии, друзья. Я вот буду изучать каждую планету, потому что каждую планету я хочу, кстати, рассказать про нее, потому что реально это интересно. То есть задание заданиями, это понятно. Но вот именно на каждой планете погулять, побывать... Вот это ее штырин, жесть, да? Так, еще одного мы сейчас... Ой, там, смотрите, кокосики лежат. Или это ананасы? Ананас, что ли? Это вроде... Ой, так как быстро добывается у нас все, ребята. Вот это здесь бы я поселился и бы жил бы, серьезно. Мне говорили, дом построен такой... Что-то у меня ведь корабль есть просто на путешествию. Это все галактики, это было бы глупо, знаете. А корабль, когда прокачаем, можно там сделать типа фермы, наверное, какой-нибудь, что ли. Так вот как-то... Попробуй. А ну-ка... О, жесть! Кстати, можно еще кожаную броню взять, она тоже будет очень хорошей, но... Так, можно? О-о-о! Я плавать-то не умею, ребята. Слушайте, не. Наверное, на этом наше приключение будет постепенно заканчиваться. Надеюсь, ты пойдешь влево, да. Молодец, прям ветер подул и упал. Так, нужно же как-то восстановить то, что это... Я тебя мечом... Ой, слушайте, хар... Ах ты, блин, в защите, а? Кстати, эта хрень его будет пробивать все равно. Так, давайте посадим, чтобы не нарушать баланс и целостность этой природы. Тут я выдал. Так, ну понятно, эту штуку тоже знаю. Рефпут. Тоже хорошо, что это у нас ерунда появилась. Вот. Все, ерунда у меня. Так, а это что? Что за семена? А, их туда надо посадить. О, сори. Нужно вот высадить обратно их. Вот мне нравится, как тут деревья садятся. Тут как-то все по-другому. Как тут... Ну, не террария это, но это здорово. Ну, блин, мне нравится какая игра. Да я не сравниваю. Не надо думать, что... Не надо говорить, что я сравниваю. А чё я не могу их посадить-то? На что их посадить-то надо? На землю... А, да вы видали, даже вылезти не могу. Жесть. Они тут спавнятся через каждое... Жесть, просто жесть. Так, что у меня тут по оружию есть? Что-то по оружию у меня не очень... А, молотом могу сейчас их попробовать молотом сейчас могу. О! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Меня заразили! И бананчиком закусываем. О, теперь скорость. У меня, о, какой спид сейчас появился. То есть это скорость. Вот это жесть! Вот это прыжки! Во, вот это ты, блин, быкуешь. Да ты в меня-то не стреляй! А его убили. What the fuck? What the fuck is going on, bitch? Bitch. Ого, сейчас тут толпень налетит, пацаны. Ой, жесткач. Реген, реген, реген. Тут очень все быстро вычерпывается, если ты бафаешься, то жесть, конечно. Но зато монеток много апнулит, хорошо. Здесь у них ничего больше нет, кроме этого васаби налеплено на стенку в виде дольки лайма. Это же лайм вроде. Всех-всех, где купаться? А ну, пошел купаться. Я сейчас... Нет, я хотел, кстати, взять эту шнягу. Сейчас. Тут все, в принципе, тут дальше идти не... Да, вот кожа, кстати, не выпала, это классно. Ну-ка. Вот так вот, раздавил. Не, ну я боюсь упасть, ну серьезно, ну блин. Так, у меня есть, знаете что? Я думаю, что это все. Это остров очень маленький такой, и тут больше ничего нет. Столько косик есть. Фух, можно зато сделать, наверное, так. Я не знаю, это просто острова, или тут как-то можно дальше пройти, или это финал. Ой! Чуть не это самое. А если бы я упал, я говорю, кошки нет. И ТП домой. А нет, есть ТП домой. А, да, тут все-таки вот они такие вот частички, это все дело разбито, можно так сказать. Вот это она бежит. А, жалится-то как, а, видали? Еще бабушка одна. Кто-то всех отстрелит, конечно, жесть. Мне нравится. Вот так вот путешествовать, оно кайф. Серьезно, это тоже классно. Так вот ходить. Вау! Смотрите, какие у него глазенькие. Глазенькие у моего маленького. Да ты ж скотина такая, а? А ну-ка стоять. Сейчас мы залякаемся. Сейчас бананчик с жареным беконом. Вы такое даже никогда в жизни не пробовали. А ну пшел. А ну пшел, многоглазые. Чудо-юдо, блин. Рыбаки, блин. Чудо-юдо, рыбаки. Так, опа. О, найс. Так, вот Старбанд меня радует, серьезно. Вот просто вот классно. Вот играть, 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 играть. Сегодня... Давайте сразу его грохнем. Вот с помощью нашего молота оглушим его. Это стелс. Ну ты видал? Ну ты куда отходишь? Ну я... Ну ты... А ты... Вот такой, парень, полегче. А я такой, нет. Тоже игрательные инструменты. Игрательные инструменты, блин, сказал. Классно звучит, даже вот такие планеты мне нравятся. Смотрите, еще кто-то. Че тут у тебя в шкафу? Че в шкафу? Че застрял? Да ты чтоб тебя ядрить. Вот какой мощный, а? А? Ты че? Вот это тебя штырит. Обалдеть. Вот это его заштырило жестко. Банан тоже заберу. Очень красивые у тебя фонарики. Тоже придется у тебя их это забрать, короче. Ну ты понял, ну нормально. Слушайте, классно, тоже заберу. Все, короче, позабираю. Так, и, наверное, стенки придется разломать, потому что у тебя там сверху какая-то красивая... И пришел на хулиганил, блин. Кошмар какой-то, что это? Согнал жителей. Пришел, блин, человек, и природу, и все это поломало, блин. Господи, кошмар какой-то. Так, давайте как-то, может, бомбочки-то закинем. Ой, кокосики еще он есть, смотрите, у нас. Еще есть даже. Слушайте, мы много ему сейчас принесем, скажем, на, хотел, жри! Так, давайте попробуем еще дальше куда-то пройти. Такие небольшие островки. Да, он еще бабочки у нас летают, то есть эти мотыльки, что ли. Можно их ловить, садить в банки, не будут светиться эти мотыльки. Но мне нравится такой, я такой, знаете, как в те еще времена с этим не котелком, а этот шляпа большая такая. Еще фонарь у меня такой, путешественник-шахтер, как типа, знаете, ну вот еще в те времена, как, ну, кто в старые фильмы сейчас вспомнит, там про Джеки, чем все такое, когда еще фонари были старенькие у них. Окей, мы еще мясо выбили, это нормально, хотя я его не ем, мясо. Нет, в реальной-то жизни ем, а здесь как-то аптечки, что ли, помогают мне. Еще грибы, кстати, можно поймать, этот мушрум. Но как-то нет, как-то не находится. Слушай, тут какая-то у них станция. Мне просто интересно, что будет дальше. Так что, если хотите, то смотрите. Босса мы убили, спасибо, что вы смотрите. Вообще, остаюсь со мной. И продолжите дальше смотреть, что тут вообще происходит. За шняга. Ой! А оружие с них не дропается, друзья. Вот такая вот лабудин. Кстати, может тут могилы какие-то, захоронения, там золотишко. Кстати, вот так вот еще можно подсвечивать. Но это такой, типа, лайфхак. Вот мне крабик нравится, который вот он... Пипец! Пипец ты, Годзилла, ну. Жесть, да? Так, фонарики. Не, классные планеты, люблю их вот так вот исходить вдоль и поперек. И очень-очень здорово. Так, дальше что у нас тут? Все. В недр, конечно, внедриться можно, но там, наверное, ничего интересного не будет. Еще нравится то, что можно так вот бежать и строить. В террарии так нельзя сделать. Хотя я всегда пытался как-то идти строить. Там вот на строительство очень много уходит времени, это немножко неудобно. Но это просто как, не знаю, сравнение что ли какое-то. Глупое, наверное, сравнение, потому что такие игры сравнивать это... А, так они сами сейчас разберут. А, ну спасибо. Сейчас я только прихожу и... Сюрприз, мадафака! А, как бы... Что-то я, наверное, слишком раскидался этими копьями. Так. Нет, тут ничего у нас нет. Кстати, сюда можно даже что-то прятать. Интересно, интересно. Я, кстати, таким оружием обычно хорошо еще рубаю. Да, вот это вот хорошо, потому что на такое я потратил очень много железа, но я шахтиться люблю. Все. Так что для меня не проблема будет потом еще найти. Я надеюсь, песочек падать не будет, если это сам песок. А, не, нормально, это какой-то жесткий песок, видимо. Вот. И вот так вот бежим. И что, кстати, очень классно, удивительно, когда ты погружаешься в игру, я стараюсь играть и вот именно так прям вообще погружаться полностью в игру. И очень круто становится, когда вот типа там планета, ты здесь, и, блин, там надо еще квест тебе сдавать. И все так очень... А! Прошу прощения, друзья, я просто очень сильно испугался, думал, сейчас все не вернусь, сервисы потрачатся, все и пропадет, как оськи мои. Но, слава богу, все получилось, все нормально. Очень-очень здорово играть. И, блин, очень-очень круто. Так, давайте сейчас быстренько на пост сдадим квесты. Ну, там, наверное, все уже, друзья. Так что погнали на аванпост. Не аванпост, а аутпост. Господи, почему я никогда не могу запомнить? Да, я просто привык уже так называть его. Аутпост, аванпост, по барабану как-то. Так, где у нас чувак, который хотел кокосики отъедать мои? Кокосики. Где он-то на карте вообще тут, чувак, а? Кстати, еще можно у робота что-то там будет прокачать. Тут лаборатория у нас такая вот есть, химическая. Вот. Вот здесь вот где-то этот робот был. Да, вот, собственно, этого робота может что-то прокачать будет. А, да, ну это понятно. Можно купить у тебя. Че ты? А у меня было вроде же, да? То есть... А, ну окей, мне эта штука была. Ладно, пока что здесь, значит, с этими сотрудничать нельзя. С этим чуваком мы тоже уже брали у него квест. У девушки там что-то продается мега-супер крутой, очень дорогой. А, вылечивать и камеры нужно. То есть, как бы... А, свою как камеру прокачать. То есть, это она хочет сказать. Брокен. Вау, это очень интересно. Я поставлю вот такой, наверное, себе камеру дома. И посмотрим, что с этого получится. За 15 дайм... Интересно. Или это прокачка своей камеры за 30 тысяч голды. Ну, пиксели, окей. Или... Эта камера, но она вроде должна обградиться, как у нас в комнате. Так, вот этот чувачок мы тебя нашли. Голубенький ты мой. Все, кокосики сданы. Мне хоть немножко оставил, да, кстати. Я могу ему полб дать. Ему по барабану все. Ладно, квест мы сдали, и в принципе все. Квесты вроде на этой базе закончились. Нам нужно идти куда-то дальше, куда-то более... А мы можем есть, она нам дает силу, смотрите. То есть мы можем бежать быстрее. Уи! Беги, беги. Здорово, мяч что нам дадут, проверим. А, то есть, хорошо. Уи-и-и. Вот это все. Но зато мы планету изучили, не так много потратили сил, и мы получили нормальную такую вещь. В принципе, все. По поводу ресурсов заданий, наверное, тут больше ничего не будет. Мне нужно лететь на другой аутпост и там брать квесты. Здесь, наверное, они уже просто-напросто закончились. Топливо у меня есть. И, наверное, на этом будем заканчивать вместе с этой жабочкой. Вот здесь я стану, хотя стану один, сам закончу моя же серия. Вот, друзья, так что на этом, наверное, все уже, будем ролик заканчивать. Так что, если вам понравилась эта серия, этот ролик, то обязательно поддержите его, поставьте большой зеленый палец вверх, напишите ваш комментарий, как вам данная серия, данный ролик, что бы вы хотели видеть в следующей серии, в следующем ролике, чем вы хотели, чтобы я занялся, или полетел на другой аванпост, или полетел на окраины и искал, собственно, жидкий эргит, то бишь наше топливо. Или, собственно, не знаю, предлагайте, в общем, что-то можно еще сделать, что можно скрафтить, что можно найти. Вот, также не забывайте подписываться на мой канал. Конечно же, если вы еще не подписаны, друзья, всегда ваши советы поддерживаются в комментариях по данным роликам. Делайте репосты данного видео, потому что это всегда помогает развитию канала. Делитесь этим роликом с своими друзьями, знакомыми, рекомендуйте мой канал. Я всегда рад вам подписчикам на своем канале. Спасибо, что поддерживаете, остаетесь со мной, помогаете мне. Я всех очень безумно сильно вас очень сильно, друзья, люблю. Так что спасибо, что со мной, спасибо, что смотрите меня. Всех люблю, целую, обнимаю, до новых роликов. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока.